Тушить лесные пожары в Дагестане станет легче. Специально для этого республика закупила новую технику. Это стало возможно благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов», инициированного главой республики Владимиром Васильевым. Впервые в Дагестане для тушения пожаров купили сидельный тягач «КамАЗ», тяжеловоз и бульдозер. Всего на эти цели из федерального бюджета выделили около 40 миллионов рублей. Из республиканского – полмиллиона. Средства даглесхозам освоены на 100%.